Всем доброй ночи, доброго времени суток. Олег Ганыч, от милой любимой походу идет. Олег, ты где был, братуха? Ты видишь, какие даже сигареты курю. Сигареты блатные? С шоколадом? Да. Держи. Уходи. Да я не хочу. Оба. Ты как себя чувствуешь? Отлично. Хорошо? Чем помочь? Возможно. А что такое? Чего не хватает? Так, сейчас, погоди. Хлеб надо взять. Сань, подержи. Хлеба, Олег. Пойду я отолью. А. Ну давай, давай. Смотри только, чтобы не оштрафовали, Олег. Да мне похуй. Ты подальше, Олег, куда-нибудь отошел бы. Всем привет из станицы Преображенской, Волгоградская область. Завтра у нас стрим в Ютубе здесь в 11:00 по московскому времени. Плюс-минус. Присоединяйтесь, всем, кто не слышал. Всем рады всегда, друзья. Олег, Светлана, Сергей, ну и Владимир Иванович. Обещали все прийти. Ну а также ставьте лайки, подписывайтесь. Все приветствуется. Телеграм, Инстаграм тоже не забываем. Параллельно ставлю там. В Телеграм у нас чат еще есть свой. Там общаемся. Ну и в личные сообщения пишите везде, где открыто. Отвечу всем и каждому. Ну что, Олег Ганыч? Все. Ты тянул куда вообще, в какую сторону? Как? Куда шел? Вот сейчас к тебе. А, ко мне. Я понял. А вообще потом? Приземляться где будешь? Вообще пока сегодня дома. У матери? Да. Че, поругался? Опять? Ну ты ж цветы обещал, Олег, подарить. Подарил цветов? Я подарил ей, блин. Но она, блядь, дура, блядь, такая, блядь. Почему? Потому. Че случилось, Олег? Хочу ей даже снять. Короче, личное, да? Все, я тебя понял. Ну, жираю тебя. Не нахуй, бля. Ревешь, бля. Не ругайся, Леган. Все пройдет, и это тоже. У меня, бля, кипиш. Кипит все внутри. Что, можешь помирить вас, сходить? А? Где она есть? Мне похуй, блядь, всё. Нахуй, Сань, я для себя даже решил. Хочешь пожить для себя? Я вон нашел себе. Еще всё. Одну? Нормально. Ну, та не будет ничего с тобой ругаться? Нет. А то ты и с той поругаешься, потом с другой, Олег. И так останешься у разбитого корыта. У меня есть их трижды. Четвертый на запасе. Ну и когда мы тебя, бобыля, поведем под венец? В церковь повенчаться, Олег. Все как положено. Надо, наверное, скорее всего, бля, со Светкой сходиться, да и все. Светка самый лучший вариант. Сейчас, кстати, могу ей позвонить. Позвони, кстати. Ну, ты позвони, я-то, я-то занят пока. У тебя тоже есть. Вон он лежит возле пакета.
Возле пакета, Олег. Так, сейчас найдем. Пакет с хлебом у меня там. Не забыть. Сейчас, погоди. На, найди мне, пожалуйста. Светлану найти? Да. Давай. Как она подписана? Жена? Нет. Нет? Свет. Света? Ага. Спать не должна, рано еще. Что там? Не алло, да? Да бери трубку, блин. Да все, алло. Мне кажется, можно вырубать. Я до последнего держу. Да? Алло. Ну какой, молоток. Светлан. Это Олег. Привет. Я собираюсь сейчас к тебе в гости ехать. А ты доедешь, дорогой? Доеду. А ты мне встретишь? Встречу. Вот, вот хорошо. А то мы завтра в район же собираемся. Ну, завтра мы все вместе и приедем. Завтра? Да. Ты дома оставайся. Как дома остаемся? А ты как приедешь вообще сейчас? Ну, на попутках. А кто там сейчас едет, ты хоть видел? Ну кто-нибудь подберет, все равно жить. Ну, не знаю, смотри по обстоятельствам, а то фиг его знает. Я дома. Вот. Угу. Давай я тебе сейчас... Как я вот приеду туда, за это, я тебя сразу наберу, будь на связи. Хорошо, хорошо, поняла. И давай. Ты выйдешь. Света, привет. Вот даже привет, Сашка. Привет, Саш, привет. Светуль, не забывай завтра к 11 плюс-минус там подлетай. Ага, обязательно. У-у-у. Как вы там? Ничего, домой дошли, у бабушки были. Светуль, ты дождалась своего момента. Да? Да. Счастье подвалило. Я разошелся. Ясно. Теперь ты моя. Правда? Да. На все 100? На все 100%. Ну все, давай, езжай. Хорошо. Угу. Сейчас приеду. Давай, Свет, спокойной ночи. Ага, хорошо, спокойной ночи. Сейчас, Светуля, я приеду, блин, жди только, ради бога. Давай, Олег. Хорошо, сейчас все будет. Давай. Вот видишь, Светлана самая порядочная, Олег. Она принимает тебя. Возможно, уже даже любит с тех пор. Она уже любит. Любовь, ты понимаешь, это такое чувство. Я знаю. Неугасающее, Олег. Поэтому и ты полюби. И будет вам счастье. А ты заметил? Я тоже аккуратно все это. Ты всегда аккуратно все делаешь, молодец. И как же ты поедешь, скажи? Как? Молча. Сейчас выйду. Сейчас, не дай. Может, кто-то остановится. Навряд ли, Олег. Походу, надо тебя на такси отправлять. Ну, отправь. А? Сможешь мне это сделать? Смогу, будешь должен мне.
Буду. За такси? Буду. Потом я лучше тебе помогу. Сейчас будем звонить. Я лучше тебе помогу. Больше никому. Да и другим тоже надо помогать. Не, то, не только нет, мне. Нет, я лучше тебе помогу. Ну, мало ли, тебе тоже надо. Ну, делать. Надо будет, поможешь. Пока такси еще не спят. Надо звонить. И что ты как поедешь? Позвони ей сейчас. Я-то позвоню. Это вы завтра сразу к 11 приедете, да? Да. Оттуда вместе. Оттуда мы приедем прям сразу. Ну и ты что поедешь как? С тортом, с шоколадкой, с чем? С пивом, с чем-нибудь же надо ехать. Оттуда? Туда. Ну, или ты дрова колоть сейчас приедешь? Нет, пока сейчас так. Как? Ну, у меня все есть. А, у тебя все есть в загашнике? Да. А ты ж пустой пришел. И там есть. Где? В завязке, говорю. Откуда у тебя там есть, если ты здесь? Ну, я-то здесь, а тут... Ты хочешь там купить? Ты нет, имеешь в виду? Там у меня есть. Они мне должны. Кто? Продавщицы. А там сейчас время, ты видел, сколько, какие продавщицы? Магазин закрыт 100 лет. Ну ничего, утром, завтра утром открою. А, то есть правильно, все, я тогда понял. Ну шоколадку хоть купи какую-нибудь. Ну, возьму я по-любому. Девочке подаришь? Эльвире, дочке. Ой, блин. Ну и Светлане. Да, это... И Светлане тортик какой-нибудь, Олег. Ты же едешь на свидание как-никак. Он же откроется завтра. И, блин, сразу возьму все. Завтра откроется. Сегодня надо ехать уже. Шоколадом. А сегодня ехать мне надо уже это для меня. Чего ж ты с пустыми руками приедешь? Скажешь, эх, ты жених, ёпта, хоть цветов нарвал бы. А, Олег. Ты же обещал. Ну, обещал. Я дома. Ты же не пришел. Я пошли обещал. Сейчас, пока это... И пока ты, не поздно. И как ты там по темноте сейчас будешь лазить? Да, блин, через фонарик. Через фонарик? Да, и все. Да Светка спать уже ляжет, пока да ты приедешь. Да не ляжет она. Не ляжет? Не ляжет. Пошли. За цветами? Да. Ёпта, бля. Может, ты вон там где-нибудь нарвешь, побыстрее дело будет, вон, в клумбах. Да. Петуни нарви и пойдет. Чтобы нам не оштрафовали, блин, ну и нахуй. Думаешь, могут? Свободно. Ну, пойдем посмотрим, увидишь ты там что, нет? Пойдем. Я и не помню, они там есть? Ты у меня их там видел, Олег? А? Олег, а? Ты цветы, говорю, у меня там видел? Да, конечно, они видел. Там есть? Есть. Точно? Да. Ну пойдем посмотрим. Как раз сейчас такси позвонил. Что ты, а? Ты еще не плачешь, успокойся. Всем доброго времени суток, друзья. Так, сейчас будем Олега отправлять к Светлане в завязку в гости. Ну а завтра вместе они приедут. Это вызываем такси. Получается насовсем. Насовсем? Привет, девчат. Насовсем, да? Да. Ну смотри. Светлану не обижай, Олег. Ты понял? Я понял. А где же твои линзы? Расхуярил. Очки расхуярил? Кто? Я. А где же ты успел? Довели меня, блин. Я сам по себе расхуярил. Это ты сейчас в темноте можешь заблудиться, да? Нихуя. Зрение на минус 20? Или на сколько у тебя? Какие цифры? Плюс 4. А? Плюс 4. Плюс 4? Я-то вижу, блин, все хорошо. Ну, вблизи, не дай бог. Вблизи хуёво, да? Да. Ну, на ощупь будете там со Светланой.
дрова колоть. Тут я, бля, попаду, бля, всегда. Да ты чё? Сетка, сетка, Олег, обходим. Я вижу уже. Здесь стройка у нас идет. Я уже увидел. Двухэтажный магазин какой-то будет. Котлован. Вырыли. Трехэтажный будет. Трех, да? Олег сказал трехэтажный. Ну, как мне сказали хоть раз, как она есть. Я же говорю. Как она и есть? Да. Пойдем сюда, на эту сторону, Олег. Что ты говоришь? Что там ты, Олег? Поры мочишь по-своему, да? Это на каком языке ты сказал? Как или каком? На русском. А что ты говорил? Ты сам не понял. Ну я не понял сразу. Как там было? Ты по-немецки вроде шпарить умеешь. А? Шнелли. Это что такое будет? Шнеллера. Шнелли, шнелли. Быстрее, быстрее. Ух ты. А хорошо как будет? Шнелли это быстрее. А хорошо как будет, Олег? Хорошо? Да. Котшоп. Котшоп? Четко. Вообще пушка. Вон таксисты стоят, друзья. Сейчас будем Олега отправлять. Давайте, до завтра. Оба. Олег и танцор у нас, кто не знал. Умеет делать как надо. Ну что, все, до завтра, друзья. Завтра стрим. Еще раз напоминаю, залетайте в 11 по московскому времени. Олег Скветлани. Завтра увидимся все вместе. Завтра и расскажет, как он там на ощупь что? Дрова колол. Где такси? Да вон стоит. Пойдем подходить. Пойдем.